Красивая штука, да? Серейтер на стропорез. Расстояние, конечно, таскать снарягу будет приличное. Да. Камера. Документальная съемка. Да, провисает сильно. Есть кому снимать? Нет, сейчас надо будет дернуть. Мощно. Да, я помогу, только не факт, что у меня только одна рука. Надо не сквара. Все, отпускай. Стоп. Еще раз чуть-чуть. Все, опускайте потихонечку. Да, один, наверное, да. Да. О. Нормально. Или брат. Ну, кто как называет, это зеленый узел, он же пират. А! Каркай! Ща! Игорь. Еще протянуть, наверное, да? Нос, кстати, как вот. Ослабляй. Ослабляй, ослабляй. Выдавай. Недалеко от костра лежит. Желтенькая. Да выдай ты узел. Узел, блядь. Спасибо, достаточно этого. Спасибо. Да давай еще потянем. Сейчас придем. Мощную больше не надо. Да она вообще висит, блядь. Как страховочка. Ну и че? Нормально. Снимаешь, что ли? Да. Документальная съемка. Так, Андрюха, это у нас 30-ка, да, верка? Да. Бля, надо ее сохранить, для страховки будет оставить, для торможения точнее. А чем будем привязываться? А там хватит. Блядь, Тима приземляется. Блядь, пиздец. Парочку человек приземлил, понял? Да, да, да. Тут как бы... Хотя не факт, что приземляться вообще. Да не, в воду. Кусты тоже не ходят. Я не хочу просто, на самом деле, приземляться не в воду. Кусты вырубать надо было. Кто говорил, я не люблю воду. Я не купаться не полезу, я хочу просто приземляться в нее. Ну, в смысле, это плавно и меня привлекает. Вот я не люблю. Такие вот дела. Блять, блять. Угу. А
труда не больше. Вы там все уже натянули, что ли? Почти. Почти, да. Немножко осталось. Блин, такая говнотечка, блин. Надо здесь будет чистить, кусты вырубать. У кого-то мачете было? У меня. Ну-ка. Блять, сука, это до берега нахуй. Да. Не, ну ты, конечно, близко повис, он чем дальше, тем ниже будет. Не, так, конечно, понимаю. До берега доедет, даже сходим. Сколько ты весишь? Я 80 с хуем. Ну, почти выдал. Ну, это пиздец. На самом деле, лучше так. Блин. А вот Андрюха будет долетать до самого дерева. Да, Андрюха-то ладно, он весит 70 с небольшим. Я вешу 60 с небольшим. Я буду над деревом пролетать, походу. Нет, и, блядь, я думал сначала, что я самый легкий, а оказалось, блядь, однажды на весы встал, блядь, пиздец. А у меня еще брюха не было, у меня было 78, что ли. Да. Что-то с костями. Кость широкая. Да-да-да. Нет, не кость, кость не широкая, у меня да, тонкая кость, кость. У меня тонкая кость, но реально весит до хуя. Ну, ну вот смотри, у меня руки, вот тощие тощие ноги. Да, повтори. А вешу я 80 с хуем. Почти как Сусанин. 77 вешаю. Ну вот, а я вешу почти как Сусанин. Мы еще тормоз не сделали, пускай ждет. Конечно, есть. Да, я стартую, тормоз готов. Какой нахуй тормоз? Ну тормоз, да, готов. Жумар. Ты говоришь, не надо жумар, не надо жумар. Надо жумар. Жумар это... Хорош, протягивай. Вот так. Да, вот в Филиппе ехать. Да. На все. Как она? Нихт! Вот это меня радует, блядь, запуск вот этой. Ага. Повтори. По времени, до спуска с Сусанина. Долго еще? Сейчас привяжу. 12 минут. Какой 15 меньше? 12. 12? Скажи, 5. Уже 11 минут 30 секунд. Какой блин? Что хочу, что ли? Что, помогать будет? Ну, вон, возьми кого-нибудь. 11. Скажи 5, да я а мы заебались затягивать! Короче, я эту бомбу стоит, да хуй с ним, запускайте вы его! Да припасть нет, а? Да выдержи! Ну, скажу, помоги. Да вон, возьми волю, так что да. Твою мать! Я сейчас ноги, у меня нога выехала, Андрюх. Ну, ты не жалеешь совсем. Че страшно? Больно. Не говори, что страшно, больно. Было раздержи. Ой, хоть кофе попробуй. Без проблем. Давай. А вот, ну-ка, давай как подумаем, как его лучше. Давай вот здесь.
надо пошире здесь разблять, пошире выше, только будет. Хули не сюда, да вот сюда обязательно сними, вот сюда, блядь. Где ты был такой умный? Дома. Дома, потому что приедет, он и заедет. Так, наедет даже. Не, у детства дом. Сейчас Усани на две муговетки зачморят. Это. Идешь мимо малолеток? Ну какая? Да не, посадим. Так, смотри, Андрюшка. Ну, тяни. Гади. Вот так. Оп, оп. Странно, бля, поэтому потери. Изучали. О, а там он подбегает. Да ладно, да. Ничего. Нет. Это не может быть как совсем мелочь вот такая вот разбегается в разные стороны. Они реально сейчас чмырят, тут пиздят, выкинут. Там две особи женского пола клеят Сусанина. Да, чтобы они что-нибудь открутили. Да, на двоих им как раз посадят. Как вот почти, на двоих как раз совершеннолетние. Она что, ровно будет? Не, как раз не надо. Ну, кстати, да. Да, вам окей, лет по 12. Андрюх, ну, все равно. Я иду, они такие, здравствуйте, такие все, такие. Мне такие, здравствуйте. Я говорю, здрасте, дальше пошел. Я так и знал, что сейчас они Сусанина замучают. А Сусанин там стоит, да мы тут это самое, я тут здесь все выквожу. Ну, Сусанина, видишь, план отступления есть еще простой. Я Сусанин, я главный. С моста шаг и все. Минута! Сейчас полиспас снимем и можно будет. Полиспас с ним! Ну вы ебаете же, да. Да хуй с ним, можно с полиспас! Тормоз! Тормоз будет в любом случае! Тормоз, у тебя вот этот вкус, блядь! Чё вы так грубо, я не знаю, дайте почувствовать его руководителем. Перед дамами мозгами въебываете. Да, такая алчная тварь. Чё? Прыгай! Зря! Он пристегнутый, да, сейчас, но к мосту не спрятался. А что, страховка снял? В ледниковом периоде! Прыгай! 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 Ну, нормально. Ты чё, кто дёрнет, полиспас? Дёрни я. Надо полиспас дёрнуть. Жумарь держись. Жумарь. Жумарь! Жумарь! Спускай. Спускай потихоньку. Жумар от цепи главное. Ещё. Мы же технику безопасности блюдем, потому что не пьем, только здесь внизу. А, конечно. Мы только здесь внизу, потом не будем. Будем спускаться, здесь пить.